বাগীষজস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি যস্যাস্তি হৃদে সম্ভিঃ ত্বম নৃসিংহমহম ভজে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে। বিষ্ণু শক্তি পরাপ্রক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অথাপরা অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞা তৃতীয় শক্তি তৃতীয়া শক্তি ঋষাতে। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ সকাল গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ সকাল что до тех пор, пока до тех пор, пока мы не получим полную милость Вишну при Деви, то мы не сможем избавиться от влияния этой материальной энергии и склонности к разделению, вот что этот мужчина, что эта женщина. И вот если у нас есть такая склонность к разделению, к двойственности, пока мы не избавимся от нее, мы не сможем получить доступ к, пока мы не избавимся от этой двойственности, мы не сможем получить доступ к обители Шри Чайтаньи Махапрабху. И Шрила Прабхупада сказал, до тех пор, пока мы не получим полную милость Вишну Придеви, Гора Шакти Вишну Придеви, мы не сможем избавиться от влияния материальной природы. И вот пока у нас есть такая двойственность, склонность к разделению, и до тех пор, пока мы не получим милость Вишну при Деви, мы не сможем войти в трансцендентную обитель Гуранги Махапрабху. Будьте уверены. И вот перед тем, как говорить о Гуранги Махапрабху, я хочу сказать о том, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, о том, что те сахаджи, они хотят сделать так, что Вишнуприя Гуранга, и вот сахаджи, они хотят, они говорят о Гуранге и Вишнуприи как о Радха Говинде, но это неправильно. И я хочу сегодня рассказать о особенности явления Вишнуприи, о ее особенности. Вы знаете о том, что я начал говорить этой шлоке, она из Вишну Пурана. Возможно, вы слышали об этой шлоке. И вот мы хотим разделить Вишну Шакти на три части. Хладини Шакти, Самвид Шакти и Сандини Шакти. Вы знаете хорошо, я уже говорил об этом много раз, что Хладини Шакти, Сандини Шакти и Самвид Шакти. Вначале всего, Хладини Шакти, вы уже знаете, в читании Чайтамрите говорится, что весь мир прямо или косвенно, он весь мир стремится к наслаждению, поскольку все души, они все исходят из Кришны, подобно свету, который исходит из солнца. И в Гите говорится, что Кришна, он вездесущий, везде, он Кришна все и вся. Кришна, он единственный наслаждающийся, кто может наслаждаться всем. У нас нет права наслаждаться. И на самом деле Шрила Бхактивинода Тхакура, он очень ясно
говорит в Джайвадхарме, что эта склонность к наслаждению, она станет причиной нашего, нашей обусловленности. Если мы хотим предаться аханкар-татве, ложному эго, то Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто хотят продаться буквально себя аханкар-татве, то есть для тех, кто хочет стремиться к наслаждению, для них у нас нет пути. Если у нас нет полного самопредания лотосным стопам Гурудева, это может быть так. Это может быть, но мы не должны полностью стремиться к наслаждениям, поскольку если у нас нет такой, как сказать, но смысл в том, что то есть, если мы полностью поглощены наслаждением, то это является нашей единственной целью нашей жизни, то духовный путь для таких людей, он закрыт. И вот вопрос в том, кто такая Вишну Прия Деви. На самом деле, Вишну Прия Деви – это Нитья Шакти Гуранги Махапрабху. Вы уже слышали, что нет разницы между Шри Чайтаньей Махапрабху и Нандананданой Шри Кришной. Они оба своем Руб Бхагавана. Своем Руб Бхагаван значит, он сам Кришна и никто иной. Шри Кришна и Гуранга Чандра, они не отличны друг от друга. Это сам изначальный Верховный Господь. И единственная разница заключается в том, что Шри Чайтанья Махапрабху, он совершал лилу свою для Гуранга Махапрабху. Гура лила — это полное объяснение Кришна лилы, поскольку в Кришна лиле много запутанных, непонятных вещей, и далеко не каждый может понять Кришну, поскольку все многие действия Кришны, они непонятны обычным людям. Даже Парикшит Махарадж, о котором в Бхагаватам несколько раз говорится, что он Махабхагавата, но все же этот Парикшит Махарадж, он от лица всех живых существ, он спрашивает у Шукадева Госвами: «О Гурудев, почему Кришна делает какие-то неприличные вещи?» Он спрашивает, почему так и так, он не глуп. И вот от лица всех живых существ он спрашивает, чтобы мы не имели никаких сомнений в Кришна-лиле. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, если Кришна, он полностью удовлетворен сам в себе, почему же Кришна совершает вот ту или иную лилу, это выглядит плохо? И внешне это выглядит, что это неправильно. И Парикшит Махарадж спрашивает, почему так? Но почему он спрашивает? Он спрашивает ради нашего блага. И Шукадев Госвами ответит на это и развеет сомнения в наших сердцах. И поэтому, когда Кришна ушел из этого мира, то в этой Двапара-юге, в эту Кали-югу Кришна явился как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Я говорю, что Гауранга лила — это полное объяснение Кришна лила, поскольку скоро приближается день явления Гуранги Махапрабху, и мне будет возможность это более подробно обсудить, но мы должны знать ясно, что Голока Вриндавана, в центре Голока Вриндаваны, которая подобна цветку лотоса, и вот в самом центре это Голока Вриндавана, потом Матхура, потом Дварака, а потом
а внешнее зовется Шветадвипа. И где Гауранга Махапрабху совершает свои лилы, чтобы объяснить, что значит Кришна лила, иначе обычные люди не могут понять. И суть в том, что я хочу сказать, что сегодня день явления Вишну Приядеви. И Вишну и Прананатх, Вишну при это Гауранга Махапрабху. И многие люди спрашивали у Бхактивинода Такура, как относиться к Гору Вишнуприи или Гору Гададхару, как мы должны, какое видение мы должны иметь, какое представление о них. И Бхактивинода Такура говорит, что Гора Вишнуприя в Арчан-марге, вы должны помнить и не забывать, в Арчан-марге Гору Вишнуприя Деви, они очень важны, мы должны поклоняться им, подобно Лакшми Нараяне. Гору Вишнуприя на пути Арчана Марга мы должны думать так о них, но на пути Баджана Гору Гададхар. And in Archan Marg, you have to think this. Если мы находимся на Баджан Марге, то мы должны думать о них как о Гора Гададхаре. И вот наша Гурувага говорит, что если через Гора Лилу, если мы получить доступ к Кришна Лиле через Гора Лилу, это гораздо проще. Если вы хотите обрести доступ в Кришна Лилу, то мы должны следовать Гора Лиле. Но если без Гора Лилы мы хотим войти в Кришна Лилу непосредственно, то это очень сложно. И много людей спрашивают, и в чем проблема, когда а в чем, то есть, когда не было Гауранги Махапрабху, что же делать? Как Мадхавендра Пурипат, он совершал баджан и прочие до него. И Бхактивинода Такур говорит, что чтобы получить настоящее чувство Радха Говинда Лилы, чтобы получить такое научное чувство, мы должны вначале всего следовать Гора Лилы. И если мы примем помощь от Гора Лилы, то это очень легко будет. И некоторые спрашивают, что случилось с Мадхавендра Пурипадой, поскольку они совершали. А Бхактивинода Такур говорит, что смотрите, несмотря на то, что они совершали Кришна Лилу без Гауранги Махапрабху внешне, но будьте уверены, что внутри своего сердца они поклонялись Гауранге, Гауранга Аватар, он явился в их сердце, поскольку все спутники Гауранги Махапрабху, такая система, что перед тем, как является Аватар, Гауранга Махапрабху, то перед ним являются какие-то спутники, во время его лилы являются и после также. И все они являются, чтобы украсить Гауранга Лилу. И сейчас и вот на пути Баджана Гору Гададхара, и вот Аштакаля Лила и Гауранга Гауранга Лила, они могут помочь нам получить доступ в Кришна Лилу. И вот без не поклоняясь Вишну Приядеви,
Вишну Приядеви – это Апракрита Сарасвати. Вишну Приядеви – она Апракрита Сарасвати, и не поклоняясь Апракрита Сарасвати, мы не можем обрести полную Таттва-гьяну. Я могу привести также пример, как Шринивасачарья, он получил полную милость Вишну Приядеви, я это постепенно объясню. И вот даже в этом материальном мире мы можем найти, что во время Сарасвати Пуджи все ученики, студенты, которые получают образование и учат какие-то предметы, они все поклоняются Сарасвати Деви, она богиня образования, богиня знания. Почему? Поскольку Лакшми Деви, подобно тому, как Лакшми Деви, она богиня богатства, то Сарасвати, она богиня знания, образования. Вот Сарасвати Деви, она богиня знания. Но вы не должны забывать, что материальные люди, они бегут поклоняться Сарасвати Деви, но это Сарасвати Деви, душа Сарасвати, она подобна тени настоящей Сарасвати. И вот они поклоняются такой не совсем настоящей Сарасвати. Она подобна тени той Сарасвати, которая находится на Вайкунтха Даме. И мы тоже практически каждый день возносим молитвы Сарасвати. Вот, например, во время ванданы, вот в Нрисимха мантре есть такая мама-мантра, посвященная Сарасвати. В устах Нрисимха Деви присутствует Сарасвати, Баг-Иша. Вагиша значит Вагдеви. Вагиша значит Сарасвати Деви. Она присутствует, находится в устах Нрисимха Дева. И можно вспомнить одну лилу и Гуранги Махапрабху и Дигвиджая Пандита. И вот этот пандит, он получил милость Сарасвати, но не той Шудда Сарасвати, а материальной Сарасвати. И вы также, может, слышали имя Махакали, Махакави Калидаса. Он знаменит на весь мир. Graduation course or MA course, they are bound to go through this writing. И те, кто изучают философию в Индии, они изучают эти произведения этих авторов. И вот они и вот смотрите, эти авторы, они получили милость такой материальной Сарасвати, а в предыдущий день я говорил о Джайдеве Госвами, и этот Джайдев Госвами, он получил милость Шудда Сарасвати, настоящей духовной Сарасвати. И что же насчет Шудда Сарасвати и материальной Сарасвати? Вот пример с Видья Сагаром. Он очень знаменитый. Ученый на тему санскрита. Его титул Видья Сагар значит океан знания, но это океан материального знания, и этот Видья Сагар так иначе не смог получить лотосных стоп Шри Кришны. И Махапрабху сколько раз говорил, что толку получать образование, если с помощью этого образования вы не сможете осознать Шри Кришну. Pare lekhe log bhakti loibhabe. In Bengali it is written. Why people reading, I mean getting education, почему люди стремятся к получить образование, суть всего образования обрести Кришна Бхакти. И Бхактивинода Такур Шутя писал. Бхактивинода Такур what writing? Что он писал?
Вот эти стоки. Вот. И вот суть этих строк какая? То, что если мы получаем какое-то материальное образование, джаравидью такое, материальное знание, то это материальное знание, оно может сделать нас ослом в итоге. Jadavidya yato mayar vaibhav is the affluence of material education. Jadavidya yato mayar vaibhav tumar bhajan vada. Anyway, if you are getting this kind of education, так или иначе, если мы получаем такое образование, то... I think so. Bhaktivinoda writing. Кришна Бхакти мы уже не сможем совершать. Anitya samsaya is unstable material world. In this material world, what achievement you like to get? То есть в этом не вечном материальном мире, если мы чего-то достигаем, то оно все не вечно. Но будьте внимательны. Рай Рамананда и Махапрабху, они на берегу реки Годавари, когда говорили, what designation is the topmost? In his 14 word, what designation? Обсуждали, Prabhu, Vaishnava, Махапрабху спросил, какое же наивысшее достижение в этом мире? И он ответил ему, что стать чистым вайшнавом – это лучшее достижение в этом мире, и это есть настоящий успех в нашей жизни, поскольку если мы станем чистым вайшнавом, то любое уважение, любой почет, любая слава, она не сможет затронуть наше сердце. Madhavendra Puribar flying by, running, because morning time they are going to give me honor, respect. Jara Patishtha. I am not going to take any Patishtha is flying. Better than before dawn I can run and go away from here. This way actually those who are pure Vaishnav for them Patishtha. Вот случай с Мадхавендра Пури, он был чистым Вайшнавом, и все уважение, вся слава, которая приходила к нему, она не могла затронуть его сердце. И вот те материальные люди, которые поклоняются материальной Сарасвати, их поклонение, оно несовершенно. Хладини Шакти значит, что весь этот мир, он стремится к наслаждению прямо или косвенно, и вот и те материальные люди, которые стремятся к наслаждению, их наслаждение, оно не, как сказать, буквально незаконно. Но так или иначе, все расы, все наслаждение, оно прямо или косвенно, оно все исходит из Кришны. Любое наслаждение, которое приходит в этот мир, ради которого мы стремимся, оно все прямо или косвенно, оно исходит из Кришны. Прямое настоящее наслаждение – это трансцендентное блаженство, которое, то чувство, которое возникнет у нас, когда мы будем совершать настоящую Кришна-севу. И тогда мы сможем почувствовать такую духовную радость, духовное блаженство. А материальные люди, они также стремятся к наслаждениям, но их наслаждения, они, как сказать, не одобрены Кришной. А что такое Вайкунтха? Вайкунтха – это то место, где нет никаких страхов, никаких сомнений. Это место зовется Вайкунтхой.
that where is no kunta hesitation, that is called Vaikunta. Vaikunta – это то место, где нету никаких беспокойств. Vaikunta – this sound we can use as a whole. And Golokdham is also Vaikunta, no kunta, hesitation is not there. Free, where heart is very, very plain and state card running toward Krishna for seva. And now, Ladini Shakti, originally there. И вот Ладини Шакти, в Чайтанья Чайтамрите говорится. Что с помощью Ладини Шакти Кришна, он хочет дать радость, наслаждение преданным. А если преданные не получают радости от баджана, то зачем они совершают такой баджан? И вот в Джайва-дарме описывается, что Прамдас Бабаджи Махарадж, он совершал баджан, повторял святые имена, и через повторение этих святых имен он отправился во Вриндаван и там совершал служение, и то есть он получил радость от своего баджана. И вот Бхактивинода Тхакур в своей последней части своей жизни, последние 10-15 лет, он даже не открывал глаза, он повторял харинам с закрытыми глазами. Если какие-то преданные приходили, посланные Бималы Шрилы Прабхупады, то он мог с ними поговорить, а большинство людей, которые к нему приходили, он даже не открывал глаза и не смотрел на них. И вот, а иногда Шрила Прабхупада отправлял каких-то преданных к Бхактивинода Тхакуру, и вот они приходили, и был у него слуга Кришнадас Бабаджи Махарадж. И вот он представлялся, говорил, что пришел от Шрилы Прабхупады. Могу я? И вот они кланялись ему, и после этого и они видели, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он воспевал святые имена и всегда. И then Seva, Krishnadas Babaji Maharaj, very slowly approaching Bhaktivinoda Thakur. No disturbance. And very softly, Thakur. И вот если, а если у тех преданных, которые приходили, они, у них были какие-то вопросы, они хотели поговорить с Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, то его Сева Кришнадас Бабаджи Махарадж, он тихо просил, он пытался как-то вывести Бхактивинода Тхакура из такого состояния самадхи, и говорил, что тут пришли преданные от Бимала Прасада получить вашу милость. И так Бхактивинода Тхакур, который был очень глубоко погружен в Кришналилу, он, как сказать так, приходил во внешнее сознание, и тогда он уже мог ответить на вопросы и благословить тех преданных, которые пришли к нему. И помните, что любая раса, любая шакти, которая есть в том духовном мире, в этом материальном мире, можно найти ее отражение. Например, Яшода и Нанда Баба, они любят Шри Кришну своей чистой родительской любовью. И здесь также можно увидеть эту родительскую любовь, любовь матери и отца к ребенку, но эта раса, она материальная будет, может,
Или может любовь между мужчиной и женщиной, она здесь она присутствует в таком отраженном виде. И любая материальная любовь, которая здесь есть, она осквернена. Если у вас нет связи с Шри Кришной, то тогда все, что вы думаете, оно все оскверняется без связи с Шри Кришной. И Ладини Шакти находится там. Источник всех Ладини Шакти – это Радхарани. А Вишну Прия-деви, что… Как понять, кто такая Вишну Прия-деви? И вот Ладини Шакти, она находится там, в том мире. А в этом мире можно найти какую-то любовь, в которой есть ее отражение. И также Сандини Шакти есть. Сандини Шакти, значит… У нас есть Сандини Шакти мин by dham everything creation. Это творение. All creative power, the scientists doing research, innovating something, discover something. All by this original thing. И вот это изначально Сандини Шакти, она отвечает за творение. By this Сандини Шакти, all dham. И с помощью этой Сандини Шакти все дамы. Нитянанда Прабху. Это Нитянанда Прабху, это дама татва. Они все проявляются. Сарасвапатам камалам гокулакшам махатпадам таткарникарам таддам анантанкша самбава. Брахма Сангита? Дам. Дам is Нитянанда. Дама – это Нитянанда. Сам Нитянанда. И вот сейчас суть в том, что Сандини Шакти. И в этом материальном мире Сандини Шакти. И если какие-то ученые что-то изучают, делают открытие, то это тоже Сандини Шакти. Самвид Шакти – это наше отношение с Шри Кришной. А в этом материальном мире можно найти такие связи, как отец и мать, то есть то есть наши как родственные связи и вообще все остальные связи. И образование, если мы получаем какое-то материальное образование в этом материальном мире, но оно все не вечно. И получая материальное образование, мы получаем только тень этой Сарасвати. So I feel shy. I cannot discuss so much. Time is very limited. И вот на самом деле, как мы, откуда мы знаем, что сегодня день явления Вишну Прия-деви, а Праклита Сарасвати? Это мой первый вопрос. Как мы узнали, где документальное подтверждение, что сегодня день явления Гуру Шакти Вишну Прия-деви? И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он указал на этот, на этот день в Веданте. Один из видов доказательств, если какой-то махаджан, великий преданный, что-то сказал, то его слова не могут быть ложными. И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж однажды сказал, что сегодня день явления Вишну Прия-деви. Все были удивлены. И с тех пор все знают, что в материальном мире все поклоняются Сарасвати, и мы также поклоняемся Сарасвати, Гуравани. Сарасвати значит это Гуравани, Сарасвати Деви. И сегодня день явления Вишну Прия-деви. И сегодня, когда бы мы, когда бы любой аватар, когда бы он не являлся аватар и аватари. Аватари значит сам Шри Кришна, аватар – это то, что исходит из Кришны, его экспансии. Рамна, Симха, Курма и прочее. И вот Кришна, он
аватаре, он источник всех аватар, и Гуранга Махапрабху, он также аватари. Но когда Кришна, куда бы он ни являлся, в любой форме, мы не можем сказать, что Нарисимхадев, он важнее, чем Рама, это оскорбление, поскольку все пурна-таттвы, они едины, они не отличны друг от друга. Кришна иногда является в форме Варахи, иногда в форме Нарисимхи Рамы. Это все пурна-таттва. И если мы скажем, что какой-то аватар, например, Кришна-лила, например, лучше, чем Вараха-лила, то это неправильно будет. И когда бы не приходил Верховный Господь в любой форме, Рама, Нарисимха, Курма, в любой форме, и в то время Нитя-шакти, как их Нитя-шакти, она с ними, как явился Рама, то Сита, соответственно, явилась. Если Нарсимха, то Лакшми с ним. То есть вечная энергия Господа, аватара, она снисходит вместе с ним. И таким образом, время от времени, когда Кришна является в этом мире, то согласно той лиле, то Кришна, то есть вместе с Кришной, его шакти, оно также является. И много раз, согласно Веданта Сутре, вы можете помнить, что шакти матарабет. Шактиман и Шакти, они не отличны друг от друга, поскольку Шакти, она не всегда находится вместе с Шактиманом. Мы должны только ждать, пока оно явится. Шакти и обладатель Шакти, они не отличны друг от друга. И вот Шактиман и Шакти, они не отличны друг от друга, и мы должны ждать, пока Шакти не явится, мы не можем понять. И вот вместе с Рамачандрой Ситадеви явилась с Кришной, Радхарани, Лалита Вишака и прочее. Мы думаем, что Кришна, он и он, у него есть какие-то отношения с какими-то другими девушками, но это не так, поскольку они не отличны друг от друга, как Шакти, не отличны от Шактимана. Как смотрите, в этом материальном мире человек, который хочет наслаждаться, в этом материальном мире, пример, человек, который хочет наслаждаться чем-то, и объект его наслаждения, и ситуация, в которой он хочет наслаждаться, это все разное. И все они могут пересечься, или как не ладить друг с другом, но относительно Кришны, Кришна Лила, Кришна Парикара, спутников Шри Кришны, настроение Шри Кришны, то, чем наслаждается Шри Кришна, это одна единая таттва. И тогда, если вы можете понять это своим сердцем, то майя, она не может затронуть вас, я обещаю вам. Если вы когда-либо осознаете это, то майя, она не сможет затронуть вас, но это очень сложно осознать. Это очень важно. В этом материальном мире, смотрите, человек, если он хочет наслаждаться чем-то, то, чем он будет наслаждаться, ситуация, в которой он будет наслаждаться, они все могут не ладить друг с другом, но в том трансцендентном мире Кришна, он единственный наслаждающийся. А в этом мире так много наслаждающихся, и кто там, и чье-то наслаждение может мешать другому, но в духовном мире никто не может перечить, возмущаться, что Кришна чем-то наслаждается, поскольку Кришна, он единственный наслаждающийся, он имеет на все право во всех бесконечных мирах. All is objective.
Кришна, мы, то есть все живые существа, все миры и все прочее, это есть объекты наслаждения Шри Кришны. И вот сейчас, когда явилась Вишну Прия Деви, когда Гауранга Махапрабху явился, я вот ты только что сказал, что вместе с аватарой и энергией этих аватаров они исходят. И вот Лакшми Прия, Вишну Прия, у них есть свои, это антаранга шакти, внутренняя энергия Гауранги Махапрабху, Ахладини шакти. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что кем является Вишну Прия. И вы должны помнить, когда Гауранга Махапрабху он явился, явил лилу, лилу образования, и потом он решил явить лилу идеального домохозяева, домохозяина. И Махапрабху он говорит: я хочу стать домохозяином, но быть домохозяином без жены — это не, как сказать, это не... жизнь домохозяина без жены, она неполная. И что же делать? И тогда Шачимата, она организовала свадьбу для него. И Лакшми Прия, она стала его женой, она сама Шри Лакшми. И Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада говорят: Бхушакти, Нила Шакти, Шри Шакти. И вот Шри Шакти, Шри Шакти, Бхушакти, Нила Шакти, Нила или Лила Шакти. А эти три шакти, они были с Гауранга Махапрабху. Бхушакти, Шри Шакти и Нила Шакти. Шри Шакти – это Лакшми Прия Деви, это сама Шри Лакшми. Шри на санскрите значит Лакшми. И Шри в абсолютном смысле, этот звук Шри, если мы, то есть если его понимать в абсолютном смысле, Шри значит Радхарани. Понимаете? Вот. Shraddha Indira, Indira means Lakshmi. But if I like to use this word absolute way, then Indira means Lakshmi, I know, Sri. И вот Индира значит Лакшми, но Шри в абсолютном смысле значит Радхарани. Поскольку все Шри, они, все Лакшми, они исходят с лотосных стоп Радхарани. Radharani from the lotus feet of Radharani coming and Radharani blessing them. I bless you. Go. Radharani original. So this way. И вот таким образом, если мы используем этот звук Шри в абсолютном смысле, он значит Радхарани, но здесь Шри Шакти значит Лакшми Прия Деви. Бху Шакти значит Вишну Прия Деви. И Бхактивинода Тхакур ясно сказал в Саджана Тошани, я могу документ показать. И вот Бхактивинода Тхакур говорит Нававидхи Бхакти в, является в форме Вишну Прия Деви. Это Навадипа Дхама, которая олицетворяет девятисложное Бхакти. Я говорил об этом в предыдущем году. И вот Вишну Прия Деви
она... Она в полной форме олицетворяется Вишну Прия Деви. И вот смотрите, когда была Лакшми Прия Деви, пока Махапрабху являл лилу образования, то Вишну Прия не чувствовал нужды являться. И потом, когда Махапрабху отправился в восточный Бенгал, то Лакшми Прия Деви, она ушла из этой, она заболела и умерла, и Вишну Прия, она уже была готова вступить в эту Гора-лилу. Гора-лила, она может быть полна только тогда, когда мы поймем значение Вишну Прии. Вишну Прии, она является Намачарья. Как Харидас Такур, он Намачарья, так и Вишну Прия Деви, она Гора Намачарья. И Бхактивинода Такур, он говорит о ней как о Ачарье святого имени, Гора Намачарья. И она также является собой идеальный пример Випралам Прабхавы. И через нее мы можем получить представление о Радхарани, какое чувство в ее сердце, какая боль разлуки, но нету. Но про Вишну Прию Деви мало где можно найти ее славу, поскольку ее чувство разлуки в Випраламхе, оно очень сильно, а это Випраламха, это суть Гаудия Бхаджана, это чувство Випраламха Бхавы, чувство разлуки, это главное на пути как Кришна Бхаджана, так и Гора Бхаджана. Мы должны помнить это. Я уже говорил о Вирахататве, там я сказал, что из Випраламхи, Вирахи, мы можем развить непривязанность к этому материальному миру. Иначе, если мы будем сражаться с Майей, то мы не сможем никогда достичь успеха. Если всю нашу жизнь мы посвятим борьбе с Майей, то ничего хорошего не будет. Двойная Майя только придет и нападет на нас. Бесполезно сражаться с Майей, поскольку Кришна в Бхагавад-гите, он сказал в этой шлоке, что так или иначе мы должны принять прибежище лотосных стоп Шри Кришны, но нету никакого прямого пути, чтобы принять прибежище у Кришны. Мы только через Гуру и Вайшнава сможем принять прибежище у Шри Кришны. Мы не можем получить прямую связь с Шри Кришной. Мы должны приблизиться через Гурудева или через Вайшнава. Без Вайшнава, без Гуру, мы не можем получить полную милость Кришна или Гуранга, даже Гуранга Махапрабху, сам Гуранга Махапрабху, он сам Верховный Господь, сам Бхагаван, он своим собственным примером, он показал нам, он наносил воду и одежду Шивас Пандита каждый день из Ганги. Шивас Пандит принимал Мавини в Ганге, а Махапрабху, как слуга его слуга, он носил за ним его командалу и одежду.
Этим примером он показывает, что если я не буду служить, как я получу милость. И вот через Гуру, Гуру и Вайшнавов мы только можем получить милость Шри Кришны. И вот суть в том, что Вишнуприя Деви, она ждала так долго, как, поскольку Лакшмиприя, когда была там, и когда Лакшмиприя ушла, то Вишнуприя Деви явилась, чтобы служить Гуранге Махапрабху. И вот она вышла замуж за Гуранга Махапрабху. Это, вы знаете их историю. И Вишнуприя, явление Вишнуприи Деви настолько важно, что я не могу в словах объяснить величие и значение этого праздника. И вот чувство разлуки, випраламки, если оно разовьется в нашем сердце, то будь уверены, что вы избавитесь от материального рабства очень быстро. Я очень много раз говорил об этой шлоке. Многие люди спрашивают меня, как же избавиться от материального рабства. Нам надоело уже с ним бороться. Сатва, Раджа, Тамагуны, они причиняют нам беспокойство. Адятик, Атидавик, Атибаутика. Страдания от полубогов, от природы, от живых существ, от собственного ума. И что же делать? Вот в этой шлоке говорится, что же делать. Что то, что мы не можем делать, не сможем сделать, мы сможем сделать по милости чистого вайшнава, но кто такой чистый вайшнав? С помощью логики, логического понимания мы не можем понять, кто такой чистый вайшнав, поскольку логическое понимание, оно не может пути стоять на пути к абсолютной истине. Мы не можем сражаться с майей. Майя автоматически оставит нас очень легко и просто, но мы должны полностью предаться лотосным стопам чистого вайшнава и быть искренне на 100%. И вот Бхактивинода Тхакур, он написал киртан к пара Йога Майя Парама, которая находится на том берегу реки. Махарадж цитирует его. И вот Бхактивинода Тхакур молится Йога Майя Парама, значит, все селяне, которые там живут, в то время это была деревня Ванавадвипа, они Паурама было изначально название, они ее Парама назвали, как в Раджавасе, вместо Кришны, они Кришну Каной зовут. И вот Паурама, они селяне, которые там живут, они называют ее Паурама. Паураматала, так. Паурама, значит, очень древняя, очень опытная. И вот Вишнуприя Деви, она явилась в жизни Гуранги Махапрабху не случайно. Она вечная его шакти. И Вишнуприя Деви, она помогла Гуру Лиле очень сильно. Если бы не было Вишнуприя Деви, то Гуру Лила, она не была бы полная. Через Вишнуприю Деви мы можем получить полную картину Гуранга Лилы. Я имею в виду эту Адилилу здесь. Очень прекрасно. И Випраламба Бхава Вишнуприя Деви, она непостижима. Ее ум невозможно понять, так или иначе. В виде лилу Вишнуприя. То есть, если у Радхарани можно получить какое-то представление о ее чувстве, то что происходит с Вишнуприей Деви?
никто не может понять это. Нигде это не описывается, ее великое чувство разлуки. И вот смотрите, в начале, так или иначе, Радхарани, она имеет возможность встретиться с Кришной, но любовь Радхарани, она наивысшая. Я не могу сравнивать ее с Вишнуприей, хотя Вишнуприя исходит из Радхарани, но все же любовь Радхарани, она находится за пределами понимания. Но все же у нас нет информации о том чувстве Вишнупри к Гуранге. Может, Радхарани когда-то может то есть Радхарани может встретиться с Кришной, но даже тогда, когда Кришна обнимает Радхарани, то Радхарани, она ищет, где же Кришна, если Кришна даже перед ней, и это зовется Милан Вираха. То есть они вроде бы встретились, но чувство разлуки все равно присутствует в их встрече. Нет примера в этом. И нет примера этому в материальном мире. Но я также хочу рассказать о Вишнупри. И вот смотрите, когда Гуранга Махапрабху, он начал являть свое настоящее настроение, и вот когда Гуранга Махапрабху вырос, он служил вайшнавам, и потом он уже начал являть то, ради чего он явился в этом материальном мире. И вот смотрите, перед тем, как отправиться в Гаю, чтобы предложить поминальное подношение своему отцу. Nobody can understand. Only Sivas can understand. Godadhar can understand. И потом, когда он вернулся, Шивас, Нитянанда и еще кто, то есть всего несколько спутников Гуранги Махапрабху, они поняли, что с ним случилось. И вот до этого они совершали санкиртану, но после этого Махапрабху, он принял решение, что нужно совершать санкиртану также ночью. Почему мы теряем время зря и не совершаем санкиртан ночью? И вот все согласились, поскольку раз это чувство радости, оно несомненно присутствует, иначе зачем столько петь и танцевать? И вот все решили, что в доме Шивас Пандита они будут проводить санкиртану как днем, так и ночью. И Вишнуприя, она не смогла служить Гурахари. И Шачимата, она чувствовала, что мой сын Нимай постепенно он... Он уйдет из дома, и она думала, что это Вишнупри, она прекрасна, подобна Лакшми, но все же мой ум, мой сын, он не думает о семейной жизни. И вот Сачимата, она испугалась, и она видела, что ее сын, он день за днем развивает такую отреченность. И когда бы Гуранга Махапрабху не приходил домой принять прасад, то Шачимата сидела рядом с ним, поскольку Вишнупри много готовила и надо было кормить его. Она так, они предложили это Нараяне и потом кормили Махапрабху. So this is the chance. Then serving rice. И вот она так подкладывала разные блюда ему и говорила о семейных делах. This is the technique of all wife. When husband sitting for eating. И вот эта техника всех жен, когда так муж ест, а жена обычно что-то говорит, что им надо.
иначе в другое время никогда. И вот Сачи Мата раз говорила так, и Вишнуприя издалека смотрела. Как Махапрабху принимал прасад, и вот он принял прасад и ушел. И вот И так Вишнуприя, она день за днем смотрела, что она пришла, чтобы служить Господу, но Господь не дает ей возможности служить. И что же делать? Вот, то, что он принимает просад и уходит. И что же делать? Как служить ему? И постепенно это чувство беспокойства было у нее, что как же ему служить? Не выпадает такой возможности. Поскольку даже ночью он совершал санкиртан, а когда... И когда Махапрабху приходил утром домой с красными глазами из-за того, что не спал, и вот он так принимал омовение дома, и Вишнуприя думала, что же делать. И вот так продолжалось день за днем, это санкиртана лила, и Вишнуприя, она решила, что сегодня, если Господь придет домой, я закроюсь и не буду открывать дверь. И вот Вишнуприя закрыла. Дверь изнутри Гауранга Махапрабху, когда пришел, и Махапрабху знал, что Вишнуприя разгневалась, и он думал, как же умилостивить ее. I already knowing that she is angry now today. Then how to break? How to break? Then Gauranga Mahaprabhu going gradually approaching the door and knocking the door very sweetly because Gauranga Mahaprabhu. И вот Гауранга Махапрабху, когда он пришел, он знал, что она разгневалась, поскольку. И имя Господа и. Сам Господь, они не отличны друг от друга, как, например, Шрила Прабхупад, и то есть его имя и сам Шрила Прабхупад, они не отличны друг от друга. Так много свидетельств было, что да, если как вот преданные во время смерти звал Шрила Прабхупада, то Шрила Прабхупад являлся. Они звали Шрила Прабхупад, спаси меня, и Шрила Прабхупад являлся, и из этого можно видеть, что Шрила Прабхупад, его имя не отличен друг от друга, и также Господь, его имя и имя его вечных спутников энергии, они не отличны. И вот Махапрабху, когда пришел, он позвал Вишнуприю очень сладко. И Вишнуприя не смогла уже находиться дома, она открыла комнату, открыла дверь, и Махапрабху начал очень сладко петь. И вот из этого примера следует, что Махапрабху, он знал, как то есть как помириться помириться с кем бы то ни было. Как в случае с Джагадананды, например, Махапрабху, когда они поругались, то когда Махапрабху сказал Джагадананде, что хочет сегодня поесть с его рук, то Джагадананда очень обрадовался и сразу же открыл дверь. И вот смотрите, те, кто сахаджи,
они объясняют этот манбаджан очень грязным образом. А почему? Поскольку я уже написал 8 месяцев назад одну книгу Вишнуприя на Бенгале, она... И вот в следующий раз покажу ее, я сегодня не принес, и вот там полное объяснение Вишнуприя Таттвы. И там, в этой книге, я был вынужден рассказать, что Сахаджи, они хотят доказать, что Гауранга — это... Но они хотят выставить их как любовника и любовницу, но во всей Гауранга-лиле нет такого настроения, то есть нет таких любовных отношений между Гауранга и Вишнуприя. Вриндаван-дас Такур говорит, что в этой Гауранга-лиле Махапрабху даже он не повторил имени никакой женщины. В этой аватаре этот Гауранга Махапрабху в своем снисхождении он не повторял даже имени женщины, а эти сахаджи, как они могут таким скверным образом объяснять эту лилу? Они говорят, что как Кришна с Радхарани, так и Гауранга с Вишнуприя, они не отличны друг от друга. И их лила такая же, но Бхактивинода Такур, он плачет, видя все это, и говорит, что они совершают оскорбление как Кришна лили, так и Гауранга лили. И вот эта Гауралила, она всю эту Гауралилу нельзя найти. Нельзя найти ни единого случая их любовных отношений, только разлука. А те сахаджи, они хотят показать, что Гаура Вишнуприя, они стремятся к каким-то любовным отношениям. Но смотрите, но это не так. И Бхактивинода Такур говорит, это плохо. Они, эти сахаджи, они совершают оскорбление лотосным стопам, как Гауранга лили, так, лилы, так и Кришна лилы. И вот Бхактивинода Такур говорит, что мы должны совершать Радха Говинда лилу через Гауранга лилу. Много людей спрашивают меня, почему в каждом матхе ваша Гауранга, а не Радха Говинду и Гаурангу на алтаре устанавливают. Я говорю, это очень просто. Радха Говинда лила, мы должны совершать Радха Говинда Бхаджан через Гаурангу. Прабхупада Сарасвати говорил об этом, и я много раз вот в этой шлоке говорится об этом. Не все могут понять, что Радха Чаран это очень... Лотосные стопы Радхарани — это сокровище для Кришны. Я говорил уже Джайдев Госвами. Мы должны следовать шлоке, которую произнес Прабхупада Сарасвати. Если мы разовьем нашу любовь к Гауранге, если вы разовьете вашу привязанность, ваше влечение к стопам Гауранги, то постепенно в какой-то из дней вы можете достичь того уровня, когда вы осознаете, что значит Радха Говинда лила. Иначе, если раньше вы
иначе вы сможете, не сможете понять Радха Говинда Лилу. Смотрите, так много книг, которые написаны Госвами Рупа и Санатана Госвами, они написали так много книг, но перед тем, как оставить свое тело, они решили... Что они решили? Джива Госвами, он решил, он все эти книги положить самадхи. Они сделали это, даже у Джваллани Ламани, они, наша Гурвага, они, наша Гурвага, на таких людей, которые читают такие книги, они гневались. И Джива Госвами, он решил не распространять эти книги, и поскольку нет никого в этом материальном мире, кто бы понял значение этих книг, и поэтому они погрузили эти книги в самадхи, вот в Мадхамахангире. Там есть Грандха Самадхи, Самадхи из книг. И сейчас я хочу объяснить это очень важное значение, что, и вот Сахаджи говорят, что если они только поженились, то как Вишнуприя может жить без своего мужа? А на самом деле Вишнуприя, она сожалеет только о том, что она не может служить своему господину должным образом. И смотрите, когда Махапрабху совершал санкиртан в Шивасангане весь год, то Вишнуприя Деви, она уже отчаялась, что же делать, и тогда Махапрабху, он решил, и вот они, и вот они решили организовать какую-то даму в доме Чандрасекара. И пригласили Вишнуприю, и Вишнуприя сказала, спросила, какую роль ты будешь там играть. И Махапрабху сказал, что я не могу сейчас сказать, ты вот приходи и узнаешь меня там. Попробуй, узнай. И вот после этого... You see, that time before that drama, и вот в то время перед Гуранга Махапрабху, all devotees, those who are not kamjayi, those who are not having any control, сказал, что те, кто не контролируют свои органы чувств и ум, они не допущены к этой драме. И Адвайта Гасай собрался уходить, Сивас Прабху также собрался уходить, и Гададхар. И тогда Гуранга Махапрабху засмеялся, кто же тогда может быть здесь, если вы считаете себя недостойными, я благословляю вас всех. И после этого всю ночь они, эта драма происходила, Вишнуприя смотрела на эту драму, и Сачима они тоже смотрели, но они не могли понять, где же Нимай, куда делся. И после этого, когда драма кончилась, они увидели, что Махапрабху был, Нимай был в роли Лакшми. What role you are going to play? Prabhu said, I cannot speak right now. You will have to go there and detect. Then Vishnupriya, Prabhu, I can speak one thing. И вот Вишнуприя сказала, что если ты примешь форму Радхарани или Лакшми, она очень подходит тебе. Вот. Эта драма, когда закончилась, то постепенно Гуранга Махапрабху, он развил
непривязанность, отречение в своем сердце. И вот, он сказал, что я пришел в этот мир, чтобы спасти этих падших душ, но эти души, они не понимают значение того, что я хочу донести до них, я хочу спасти их. Я говорю об абсолютной истине, но они возражают, спорят со мной, и как же я могу спасти их? И Нитянанда, он понял, что Махапрабху собирается принять саньяс. И Сачимата, она тоже поняла, что что-то случится. Big Ayurvedic doctor coming, putting nice oil, Ayurvedic oil on head and putting water. Still same condition. Then Sachima speaking, my soul. И вот Сачима, она подумала, что же случилось с моим сыном, остался один сын, что же делать? И однажды Гуранга Махапрабху, он спросил Сиваса, о Сивас, что ты думаешь? Все думают, что я сошел с ума, а ты что думаешь насчет этого? И Сивас сказал, о Господь, я хочу сказать тебе, что та причина, ради которой ты пришел в этот материальный мир, это первое ее проявление. И Махапрабху сказал, да, ты прав. Если бы ты сказал то же самое, что говорят все, я бы прыгнул в Гангу и покончил с собой, но ты говоришь правильно. Випраламба Радабава. Причина, ради которой ты пришел в этот мир, это ее начало. И Махапрабху сказал, да, ты прав. И так день за днем Махапрабху думал, как же уйти из дома. Но так или иначе, прямо или косвенно, перед своей матерью Махапрабху, он всемогущ, он... Он выбросил, поскольку правило такое есть, то есть пока мать жива, нужно получить благословение матери на принятие саньяса, и Махапрабху так выбросил благословение, и И вот пока не спали, Махапрабху ушел из дома, закрыл двери, и по милости Югамайи никто не проснулся. И Гуранга, он ушел из дома. И вот он пошел в тот гад, который называется Нидоя. Now heartless to leave all Navadvipas. Не дает другое значение это слово бессердечный. И вот он отправился в Катву и принял саньясу там. И утром Вишнуприя проснулась, увидели, что Махапрабху нету, что Сачимата не смогла ничего толком рассказать, куда он ушел. И никто ничего не знал. И он долгое время не приходил, и они начали плакать, беспокоиться. И что же делать? И постепенно распространилась новость, что Махапрабху куда-то пропал. И после этого они узнали, что Махапрабху принял саньясу, да. И Сачима, она
застыла подобно каменной статуе. И Вишнуприя, она расплакалась. И никто не смог бы описать чувство Вишнуприя в то время, когда она узнала, что Махапрабху принял саньяс. Нет никакого художника, кто бы мог пером или словом описать это состояние. Подобно тому, как весь мир, он, подобно тому, как Рамачандра сказал Сита Деви, что она, чтобы доказать свое благочестие, целомудрие, ей нужно было войти в огонь. И тогда она взмолилась земле, земля расступилась, и она и так она ушла. И вот Вишнуприя, она настолько горько плакала, что все птицы, деревья, они тоже плакали вместе с ней. У них было такое же чувство, как у Вишнуприи. И Шачима, она не могла ничего сказать Вишнуприи. Как она могла ее утешить? Он сам Господь. Он сам Верховный Господь. Подобно тому, как Удав сказал перед Нанда Бабой. О, Нанда Баба, о, отец, на самом деле он Параматма, Верховный Господь. И Нанда Баба сказал: о, глупец, я думал, что я потеряю своего сына, а сейчас ты говоришь, что мой Господь, он, а мой сын, он Верховный Господь, и сейчас я понял, что я потерял не только сына, но и Верховного Господа, а настроение. Настроение Нанды Бабы, оно полно воцаряется. Ты смотри, ты хотел утешить меня, но в итоге принес только больше боли. И поэтому Шачимата не смогла ничего сказать. И вот тогда Вишнуприя, она плакала и плакала день и ночь. Она не ела, не пила ничего, она только плакала. И нет, не было никого, кто мог бы утешить ее. И после этого случайно они узнали, что Махапрабху собрался уходить во Вриндаван, но Махапрабху, он направил его не по той дороге, и они пошли, и Махапрабху, он вместо Вриндавана пришел в дом Адвайтачари, и тогда они сказали, что идите срочно в его дом. Смотрите, все было позволено встретиться с Гуранга Махапрабху, даже кошки и собаки и птицы, они могли встретиться с Махапрабху, только для Вишнуприи это было запрещено. Смотрите, Вишнуприя Деви, когда она узнала, что Махапрабху пришел вот совсем рядом, Шантипур, но все же она не могла пойти и встретиться с ним. Это для саньяси запрещено встречаться с своей женой. Все могли пойти, но не Вишнуприи. Почувствуйте чувство ее разлуки, чувство боли випраламхи, разлуки. И вот Вишнуприя, она решила повторять имя Гуранги. И вот Шачимата была там. Но как долго Шачимата могла там находиться? Шачимата уже была достаточно пожилая, и потом она оставила этот мир. И не было никого, кто остался бы с Вишнуприи, только Ишан такой. И вот я возвращусь на первой сиддханты. Если вы хотите получить доступ к Гора Лиле,
лили Гауранги Махапрабху, то вы должны следовать Ишантакуру. Если вы хотите получить доступ к Гору Вишнупри Деви, вы должны следовать Ишантакуру. И вот Ишантакуру, он единственный был его попечителем. Ишантакуру. Ишантакур, он был достаточно пожилой, и когда Гауранга Махапрабху был ребенком, он, Ишантакур заботился о нем. И вот Вишнуприя Деви, она была в своей комнате, никто не... И она не выходила, даже Бог Солнца, он не мог видеть ее лотосные стопы. Она совершала баджан день и ночь. Кто-то приносил ей воду Ганги, она принимала омовение в своей комнате. И вот только Ишантакур мог заходить к ней и служить ей, никто иной, кроме Ишантакура, никого не допускали в ее комнату. И вот Ишантакур, он помогал ей во всем, и Вишнуприя Деви, она решила до моих последних, до моего последнего вздоха, я буду служить Гауранге уникально, как и вот она взяла такой обед, что что она будет повторять имя Гауранги и так откладывать одну рисинку. И вот повторив одно имя Гауранги, она одну рисинку откладывала. И так и так, сколько она за день наповторяла святых имен, столько риса откладывала, потом она предлагала это, готовила, предлагала, раздавала, и то, что оставалось, она это принимала. И вот Вишнуприя, она ачарья Гауранги. Она намачарья имени Гауранги. Однажды Шринивасачарья, Вишнуприя Деви, она не встречалась ни с кем, но однажды Гауранга Махапрабху явился к ней во сне: «О, Вишнуприя, сегодня я пошлю кого-то к тебе, ты должна благословить его полностью». Его имя Шринивасачарья, он буквально мое второе тело. И тем временем Шринивасачарья пришел. И на берегу Ганги он плакал всю ночь. О Гауранга, о Вишнуприя, он плакал всю ночь. И утром кто-то сказал ему: «О, Ишантакур, кто-то пришел там, ждет на берегу Ганги, плачет день и ночь. Кто же это может быть?» Он спросил у Вишнуприи, Вишнуприя сказал, что какой-то преданный пришел, Шринивасачарья его зовут. И тогда Ишантакур пошел узнать. И вот Ишантакур пришел к Шринивасу и сказал: «О, Шринивас, Прабху, он же пришел во сне, и прими омовение и пойдем со мной, я помогу тебе получить даршан лотосных стоп Вишнуприи Деви».
И вот Ишан Такур пришел, и он пришел в комнату Вишнупри, он пришел к Вишнупри Деви и начал молиться ей. О, Деви, Господь пришел к тебе во сне, да. И он, по его наставлению, ты должна дать мне свой даршан. И Ишан Такур принес, привел Шринивас Ачарью, и вот Вишнуприя в этот день, она вышла из комнаты, в этот день, и сегодня, и все стояли и ждали, чтобы получить милость Вишнуприи Деви, и тогда Вишнуприя с левой ноги она вышла, а, левой ногой она прикоснулась к голове Шринивасачарьи, и все начали восклицать Джайхо. Никто в этом мире не получил такой милости, и мы знаем, что Шринивасачарья — это буквально второе тело Гуранги Махапрабху. Шамананда Прабху — он второе тело Адвайта Гасая. Шамананда Прабху, Канака Манджари, понимаете? И Наротама Дакуру, он второе тело Нитянанды, это сокровенные вещи. Полная милость, Шринивасачарья получил полную милость от Вишнуприи Деви, и сейчас Вишнуприи Деви совершает баджан таким образом, и однажды Господь пришел. Giving instruction, I took birth there at the birth place. At my birthplace, you can find one neem tree. Neem tree, you know? И там, где я родился, есть дерево нима. And that neem tree. И под этим деревом нима, Сачимата, моя мать, она сидела со мной. Я был на ее коленях, и она кормила меня грудью. И то место ты можешь найти дерево нима, и ты можешь взять часть от этого дерева нима и сделать из него виграху. И он дал такое наставление Вишнуприи. И вот Вишнуприя Деви, она, когда узнала об этом, они... Ишан Такур помог ей в этом, они сделали Гуранга Виграху из этого дерева. И эта Виграха, она не отлична от Гуранги Махапрабху. Она не отлична от него, едина с ним. И вот раньше... Long before, 600 years back, Ganga was there. So, там Ганга натекла по-другому в то время, потом она поменяла русло, и вот эта Ганга поменяла русло, и все это поменялось местами. So this way, actually. И таким образом Вишнуприя Деви, она решила сделать виграху Гуранги Махапрабху. И виграха была настолько прекрасна, что когда ее установили, она сейчас Дамешвара Махапрабху вот руки таким образом держит. Это достаточно большая виграха. Она находится сейчас на другой стороне Ганги. И вот Мадхавананда, единственный брат Вишнуприи, он взял на себя ответственность, чтобы построить храм для этой виграхи. Это сейчас на той стороне Ганги находится, она очень прекрасна. И вот когда Вишнуприя Деви смотрела на Виграху, она видела, что это ее Господь, ее
Господь непосредственно. И вот Вамшиватананда, кто он? Он первый сын. Вамшиватананда. Он был там вместе с Вишнуприей. И вот Вамшиватананда с маленьких лет он находился с Вишнуприей Деви. И Вишнуприя вместе с Вишнуприей Деви был Вамшиватананда и Шантаку. И вот Вамшиватананда был из Багнапары происходил. Я забыл, он чей сын, но, в общем, сын одного из спутников Гуранги Махапрабху. Я вспомнил, скажу. И вот он... жил с самого детства там. И вот после того, как установили эту виграху, и санкиртана происходило каждый день, мы должны поклоняться Гуранги Махапрабху Нитянанде через санкиртан. Это точный способ, как нужно поклоняться Махапрабху. Другими способами можно поклоняться, но это не совершенно. И вот сейчас санкиртана происходила, и однажды что случилось? С самого утра арти кончилась, и все смотрели, Вишнуприя Деви внезапно после арти вошла в гарбамандир, в алтарную, и двери закрылись. Никто не закрывал, они сами закрылись, Вишнуприя зашла в эту алтарную, и двери закрылись, и после этого все совершали санкиртану. Никто не знал, что случится, и долгое время прошло, и уже надоело ждать, что случилось там. Вишнуприя не выходила, и они потом, когда открыли дверь, увидели, что нету Вишнуприи. Вишнуприя, она слилась с Гуранги Махапрабху, с его виграхой. И как с Джанавадеви с Гопинатхом, так и тут. И Вишнуприя Деви, она слилась с виграхой Гуранги Махапрабху, поскольку Шакти не отлична от своего обладателя. И таким образом, так или иначе, если вы хотите понять Гора Лилу полностью, вы должны изучать татву Вишнуприя Деви. То чувство разлуки, которое испытывала Вишнуприя, никакое творение в этом мире не может понять. Иногда Вишнуприя узнавала, что в Видьянагаре Господь Махапрабху находится в Видьянагаре. Сахаджи говорят, что Махапрабху приходил домой после принятия саньясы, но это ложь. И если вдруг надо прийти домой к какому-то саньясе, то это можно сделать только через 12 лет, и то в окружении других саньяса, а не в одиночку. А сейчас так происходит. А эти сахаджи, они пытаются осквернить Гуралилу как могут только, но ничего хорошего там нету. Махапрабху приходил в Видьянагар, а не к себе домой. И в Чайтанья Бхагавате описывается, так много преданных пришли, чтобы увидеть Господа. И так много преданных приходило, чтобы увидеть Махапрабху, все старые, молодые, малые, большие, все они, все они
шли на даршан Махапрабху. Даже те, кто не умели плавать, они прыгали в Гангу и приплывали на другой берег, чтобы увидеть Махапрабху. Даже пожилые женщины и прочие, они все так или иначе пересекали Гангу и получали даршан Гуранги Махапрабху. И так много преданных пришло, чтобы получить даршан Господа, но а Махапрабху потом ушел с этого Видьянагара дальше, и Шачимата, она пыталась, она ушла уже из этого мира, Шачимата. Она, а когда Махапрабху принял саньяс Катве и пошел в дом Адвайтачарья, и Нитянанда послал паланкин за Шачиматой, чтобы она смогла увидеть своего Махапрабху. И вот Махапрабху там был 10 дней, она готовила для него и смотрела на него. Она плакала «Нимай, Нимай» и целовала его, и плакала где же Нимай?» Она видела его и все же плакала, поскольку он принял саньяс. «Нимай!» Она говорила, что нет никого, кто бы смог спасти меня. Ты единственный сын, ты ушел, и я умру без тебя. Но Нимай говорит: «О, мать, я твой, твой сын. Я совершил ошибку, приняв саньясу. Прости меня, что же делать? А ты дай мне наставление, что делать, чтобы я смог сделать тебя счастливой». И Шачимата говорит: «О, мой сын, если ты хоть ты будешь следовать мне, я дам тебе совет, не ходи никуда, иди в Нилачалу, поскольку много преданных ходят туда и обратно, и я могу узнавать, как ты там поживаешь». И вот она попросила, чтобы он остановился в Пурушоттам Даме, в Нилачале, поскольку если я не буду знать, что с тобой происходит, я умру. И Махапрабху сказал, что хорошо, и так он с тех пор он жил в Пурушоттам Даме. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Пурушоттам Дама, Нилачал Дама, это не высший питх Випраламхи разлуки. Мы знаем, что Вриндаван это Расапитх Радхарани, но Гуранга Махапрабху, когда он явился в этом мире, Радхабава, она более опасна. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы хотите получить чувство Випраламхарасы, настоящее, высочайшее чувство разлуки, то это место, в котором можно получить это чувство разлуки, это Нилачалдама, Махапрабху там, сам Радхаговинда. И иногда Махапрабху являет настроение преданного, иногда настроение Радхарани. И таким образом Вишну более подробно я могу в следующий раз обсудить на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, вы можете задать. И вот послезавтра день явления Адвайта Гасая. But before that, I will have to speak in Bengali there. So you can stay here. If you can come, I can speak here. Advaita Gosai. 12 morning, I have to go there to speak Bengali. Anyway, any question? No?
any doubt on what question. Actually, we'll have to sit in chair. It's not good. I'm in Vyasasana and you are. You must sit in chair, actually. You're sannyasi. Sannyasi, you? No. No? Why well, she looks here, sannyasi? Acha, what happens? Maharaj, you explained how Shri and Bhu. Вопрос о том, Shri и Bhu. Вопрос Нила Шакти. Нила Шакти значит Лила Шакти. То есть то Лила, который является Господь, это Нила Шакти, олицетворение. Дама – это Бу Шакти. Don't confuse, then Buddha, wrong Siddhanta. Any question? No? Why did you mention in the beginning that you don't want to mention Govinda Lilamrita from Vishnu Rajati Thakur? Actually, point of Gauranga Lilamrita. Actually, very shortly, I am going to publish one book. In that book, you can get clear explanation about why I am so strict, why Keshav Goswami is so strict, why Bhaktivinoda Thakur so strict, why Prabhupada so strict. И вот скоро я опубликую книгу о том, почему наша Гурвага очень строга к каким-то определенным вещам. Я там... Я в этой книге приведу все примеры, что говорил Кешава Госвами Махарадж, говорит, что Джива Госвами Пад, Шрила Пури Госвами Махарадж и прочее. И вот Джива Госвами Пад в Сандарбхе пишет, что любой проповедник, который хочет проповедовать, имею в виду, когда вы сможете проповедовать, тогда, когда у вас есть достаточно бхакти, если у вас есть достаточно бхакти, проповедь, значит, если вы... То есть это матхьямадхикари должны проповедовать, у которых есть достаточно бхакти. Ну, или... Шрила Прабхупада, он не саньяси. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он тоже не саньяси. Шридхара Госвами Махарадж, они не саньяси, они парамахамсы. Они спустились на этот уровень саньяси, чтобы проповедовать. И вот в Сандарбхе говорится, что любой, кто хочет проповедовать, они должны помнить вот эту шлоку, они должны помнить, чтобы явить бхакти в сердце обусловленных душ, вы сами должны иметь бхакти. Как, например, если у нас есть 100 рупий, мы можем кому-то дать 50 рупий, так и тут. Перед тем, как проповедовать, если, например, кто-то спросил разрешение на проповедь у Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то кто-то хотел на Запад ехать проповедовать, а Гурмахарадж спросил, какая проповедь, совершайте баджан. И вот он так говорил всем, кто собирался ехать на Запад проповедовать. И вот Джива Госвами Пад говорит, что если вы собираетесь проповедовать, по крайней мере, вы должны быть матхьям адхикари лучшей степени, что у вас должно быть достаточно знания, что вы должны быть сведущи в писаниях и являть собой идеальный пример. Я много раз говорил, что обусловленные души, они не могут получить вдохновение совершать баджан до тех пор, пока они не увидят перед собой яркий, сияющий пример. И вот когда обусловленные души увидят перед собой яркий, сияющий пример, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати или Шрила Кешава Госвами Махарадж, они могут вдохновиться и совершать баджан. И почему сейчас люди не могут
совершать баджан, поскольку они не видят такого яркого примера перед своими глазами. И вот Джива Госвами Пад, он дает наставление, даже если вы проповедуете, может, у вас есть какие-то качества для проповеди, но будьте внимательны. Проповедь, она может быть совершена только под руководством Витхи Бхакти. Только под Витхи Бхакти можно совершать проповедь. Хотя, несомненно, в итоге мы достигнем Рага Бхакти, но когда мы проповедуем, даем Харинам, Дикшу, будьте внимательны. Джива Госвами Пад говорит, мы должны следовать Витхи Бхакти. Это наставление Джива Госвами Пада. Я люблю всех, я уважаю всех, но то, что говорит Джива Госвами Пад, Шрила Прабхупад, я хочу я опубликовать книгу на эту тему. Еще какие-то вопросы? Так, следующий вопрос. Вы красиво объяснили о горе-таттве. И какова же точная причина, что какие-то люди, как Джагнадас Бабаджи Махарадж, они оставили Вриндаван и пришли совершать баджан в Навадвипу? Что же они могут получить в Навадвипе такого, что они не могут получить в Враждаме? И Бхактивинода Такур объясняет, зачем мы должны отправиться в Пурушоттам Даму, чтобы получить больше чувства. И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он уже был во Вриндаване, но все же по настроению. И вот Навадипа-васи, они в Раджа-васи, а во Вриндаване они тоже в Раджа-васи. Гауранга Махапрабху принял саньяс, и Кришна оставил, просто оставил от Кришна, чтобы придать некое вкус расы, Кришна уходит то в Матхуру, то в Двараку, то еще куда-то. И вот когда вы знаете, что Кришна Чайтанья, он хочет принять отреченный уклад жизни, то My Prabhu is Supreme Lord. Why is going to take sannyas? Ваше сердце, оно может не выдержать, поскольку как это, если Верховный Господь, Он сам Верховный Господь, зачем же Ему принимать сannyas? Поэтому Махапрабху, Нитянанда Прабху разбил данду Махапрабху. И зачем Он это сделал, я в дальнейшем объясню.